Приветствую, любители прицепчиков. Хочу вам показать ступица Алка на 750 кг и ступица Алка на 900 кг. Но она, по идее, рассчитанная, вот визуально видно, да, 900 кг уйдет этот подшипник, 750 кг этот подшипник. Вот разница в подшипниках. Сами видите. Значит, это идет на тонна 300, это на до тонны грузоподъемности подшипника. Значит, у нее сзади в этой ступице написано вот 950 тысяч килограмм на одну ступицу. Она полностью оцинкованная, она разбирается, такая аж классно сделана. Также вот эта ступица, все разберем, покажем колодочки здесь. И покажем колодочки здесь. Естественно, разница колоссальная у них.